Вот это уже кадры с другой акции. В Лондоне там тоже призвали помнить, но уже о беде, в которую попали беженцы. 2500 спасательных жилетов разложили прямо на лужайке перед зданием парламента. Более 600 из них принадлежали детям. По данным ООН, ежедневно в море гибнут более 10 человек из тех, кто пытается добраться до европейских берегов. Старый Свет хоть и обещал принимать у себя переселенцев, но делает это неохотно. Тот же Лондон разместил в стране менее 2000 человек, а планировал 20 тысяч. В эту субботу в британской столице пройдет марш в поддержку беженцев. Спасательные жилеты, как символ мирового миграционного кризиса, уже не в первый раз показывают жителям разных мегаполисов. Несколько дней назад такая же социальная выставка открылась в Нью-Йорке, а сегодня в штаб-квартире ООН проходит саммит по проблемам беженцев и иммигрантов. Его участники в самом начале приняли декларацию, в которой прописаны меры по защите всех тех, кто спасается от войн, насилия и нищеты.